Сара, говорит Абрам, Абрамчик, мне приснился великолепный эротический сон, в котором ты принимал участие. Да? Ха-ха. Ну что я там вытворял? Ты пришел и все испортил. Двое шли по шоссе. Один был целеустремленный, а другой увлекающийся. Они спешили в город. Скорей, не отставай. Нас ждут дела. Много разных дел. Ой, смотри, цветочек. Цветочек, одуванчик. Одуванчик, ты сошел с ума. Нас ждут дела, много разных дел. Мы должны опаздывать. Ой, смотри, бабочка, какие крылышки, какая расцветка. Бабочка, ты сошел с ума. Нас ждут деньги, слава, женщины. Мы должны опаздывать. Ой, смотри, птичка, как поет птичка. Где? Мяу. Скорее не отставай, нас ждут дела. Много разных дел, мы должны опаздывать. Но увлекающийся отстал. А целеустремленный точно пришел в город в точно назначенное место, в точно назначенное время, где его и переехал трамвай. Вот симулянты, а! Ох, 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 ох. Так, следующий. Что такое? Что такое? Что такое? Бах! Что такое? Люблю, вы окружены! Бах! 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 Это что еще за кадр хроники? Бах! Бах! Отставить! Ну-ка, сядь! Фамилия? Адмирал Гоша, главнокомандующий танковым ротом. Роти кушать, ням-ням-ням-ням, роти кушать. Мать моя капельница! А вы у психотерапевта были? Гоша был у психотерапевта, да? Доктор был психотерапевтом, стал психом. Гоша ему анализы на стол выкинул, Гоша. Гоша, Гоша под десант, самолетик будет лететь, Гоша парашют. И воздух на лицо, хорошо. Нету кур, у Гоши нету, нету кур, кур нету. Каких кур у Гоши нету, а? Кур, коэффициент общего развития нету, у Гоши нету, нету никакого. Какой талант, а? Поразительно просто, поразительно. Только зря стараетесь, Гоша. Вы же у нас в училище учитесь, да? А вчера вышел новый закон. Учащихся училищ в армию не берут. Поздравляю вас. Как не берут? Да так не берут. Совсем? Совсем. А я тут колбашусь. Это новость, это новость. Собаку с тобой. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. И я отмажусь, ты только жди. Попался, Шекспир? Нет никакого закона, я все выдумал. Нету. Так что пойдешь в свои любимые десантнички. Го! Е-на! Гоша годен, годен, Гоша годен! Поздно, поздно, Гоша, поздно! Кругом! В армию бегом! Хырш! Вот фантазеры, а! Ну? Кто там еще есть? Проходите! Здравствуйте, доктор. Здрасте, фамилия? Морозов. Василий. Ой, а можно мне присесть, а? Садитесь, Морозов. Фух. Ну-с, как собираемся откашивать от армии? Что придумали?
Не понял. Я говорю, на что жалуетесь? А, вот кальция не хватает. Кальция не хватает, но это не проблема. Вам в армии всего хватит, и кальция, и брома. А вот еще, Что-что? Тошнит все время. Тошнит? Но это не отмазка. Меня от вас, призывничков, тоже тошнит. Я ж терплю. На что конкретно жалуетесь? На что? Ну, рожайте быстрее, рожайте, ну! Я не могу быстрее. Я только на 7-м месяце. Что? Не может быть. Ну-ка. Я врач. Поразительно. Не может быть. Здоровый мальчик, скажу я вам. Спасибо. Очень здоровый. Скажите, доктор, а вот с таким заболеванием меня не возьмут в армию? Ну что вы, Что вы, батенька, или как вас там, маменька? Раз залетели, так что ж теперь? Раз залетели, в авиацию пойдете. А, в авиацию? А вот так вот. Первым делом самолеты. Ну, а мячики? А мячики потом. Правильно, батенька, потом. Потом мячики. Вот так вот, вот. Идите-ка служите. А... Не волнуйтесь, за мальчиком я присмотрю. Чао. Следующий. Товарищ военврач, призывник Кувалдин для прохождения медкомиссии прибыл. Ну что ж, замечательно, Кувалдин, замечательно. Что вы у нас изобрели? Какую болезнь? Набухание почек, лишай среднего уха, плоскопопие. Ну? Нет, я здоров. Здоров? Не понял. Что ты сказал? Вот еще раз повтори. Я здоров. Я не понял, ты что, больной, что ли? Я же сказал, здоров, доктор. Ну, не теряйте время, пишите, что я годен, да я пошел. Куда? В армию. В армию? Никуда ты, голубчик, не пойдешь, понял? Годен, не годен, не тебе решать. И здоров, не здоров. Годен он. Энурезом не страдаешь? Энурезом? Да. Нет. А что это? Ну, в постель ночью не ходишь? Кому? Ко мне! Ко мне подойди сюда. Ну-ка, наклонись. Рот открой. Сейчас я зубы посчитаю. 12, 14, 18, 28, 35, 40... Прям как у акулы. Ну-ка, ногу мне свою покажи. Ничего не понимаю. Банальнейшего плоскостопия и того нету. Ты прямо урод какой-то. Признавайся, что болит. Да вот. Что? Ну, что, миленький, где там, что? Сердце, печень, почки, что? Ну. Душа болит. Ах, вот оно что. Так вы душевно больной. А я тут, понимаешь? Душа болит, боюсь, в армию не возьмут. За родину душа болит. Ну кто же ее защищать будет, если не я, а, доктор? Пожалуйста, не волнуйтесь, присядьте. Мужайтесь, Кувалдин. Не хотелось вам говорить, но у вас редчайшая болезнь. Маниакальная военномания. Таких,
Таких, как вы, к оружию близко нельзя допускать. Так что пишу к службе в рядах вооруженных сил негоден. Негодник вы этакий. Это почему это я негоден? Я буду жаловаться! Тихо. Я хочу стать мужчиной! О, значит, пишем, требуется операция по перемене пола. Что же вы пытаете меня, доктор? Я с детства готовился в армию, я хорошо бегаю, стреляю, плаваю. Я пойду в армию. Конечно, пойдете, конечно. Прямо сейчас за вами заедут санитарчики, офицерчики. И вы поедете на учение, на лечение. Вы правду говорите? Конечно, правда. Я пойду служить? Пойдете. Спасибо, доктор. Не за что. Я оправдаю, я... Хорошо. Я... Ну, таких дебилов я еще никогда не видел. Да. Повезло. Негоден. Откоси! Был у меня такой рассказ о нашем отдыхе в старые времена, который назывался «Письмо с юга». И посвящен он был памяти выдающегося нашего писателя Даниила Хармса и в форме письма от одного отдыхающего, который пишет с Черного моря, где он отдыхает, благодарственное письмо своему начальнику. «Дорогой Сергей Петрович, вот я и на Черном море, и большое вам за это спасибо, что вы мне присоветовали поехать отдохнуть на Черное море. Так вот я и на Черном море. И спасибо вам за это большое. Ну что вам написать? Отдыхаю я хорошо, только устаю очень. А вообще-то отдых здесь отличный, но устаю сильно. Путевку, как вы мне обещали, и курсовку, как вы мне обещали, я на месте не достал. Так что отдыхаю я хорошо. И спасибо вам за это большое. И от меня, и от моих товарищей по койке, которую я снял. От Черного моря, на которое вы мне присоветовали поехать отдохнуть, живу я близко. Буквально 42 минуты на электричке. Электрички здесь ходят часто, буквально через каждые 2 дня. Так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. Живу я на Черном море полнокровной жизнью. В 8 часов утра встаю в очередь за топчаном. За топчаном стою до 10 часов утра и сразу же иду опять вставать завтракать. За завтраком стою до 12 часов дня, а тут уже снова пора идти вставать обедать. Так что отдыхать на Черное море я попадаю часам к 5 вечера, когда горячее южное солнце уже, как говорит мой сосед по топчину, клонится. И его смертоносные фиолетовые лучи не оказывают на кожу своего разрушительного действия. Так что даже хорошо, что все время идет дождь. А то было бы обидно приехать на Черное море и не загореть. 5 дней назад записался я в соседнем доме отдыха на экскурсию в Хабаровск. Так что, вообще-то говоря, я сейчас живу в Хабаровске. В общежитии инструментального техникума. Что как раз напротив того места, где мы с вами работаем. Через 2 дня поездом отправляемся до города Сухуми на посещение обезьяньего питомника. А оттуда мне один мужик обещал помочь с билетом на самолет прямо до Хабаровска. Экскурсия вообще получилась увлекательная и недорогая. За мой счет только дорога в оба конца и еда. А на все остальное дается скидка 30% для членов этого дома отдыха. А так как я не член этого дома отдыха, то на меня скидка не распространяется. Так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. На следующий год
Дорогой Сергей Петрович, если останемся живы, поедем отдыхать на Черное море вместе. Погромче. Когда тебя я встретил на тусовке, был обалденный на тебе прикид. А я в джинсах, в натуре и в кроссовках имел, короче, очень бледный вид. Какой-то хмырь с тобою в танце бился, его в натуре как бы я отшил. Короче, я в ту ночь в тебя влюбился и до утра в натуре говорил. Я по жизни не готов, между прочим, для тебя не жалеть ничего. Я люблю тебя как бы короче, я хочу тебя типа того. Я не дурак и знаю, что в натуре чисто по жизни в чем-то я стар. Не догоняю многое в культуре, но без базара Пушкина читал. С тобой мы словим чудные мгновенья, как бы меня захочешь, как бы ты, как божество и как бы вдохновенье, короче, гений чистой красоты. Я по жизни готов, между прочим, для тебя не жалеть ничего. Я люблю тебя как бы короче, я хочу тебя типа того. Между прочим, для тебя не жалеть ничего. Я люблю тебя как бы короче, я хочу тебя типа того. Я по жизни готов, между прочим, для тебя не жалеть ничего. Я люблю тебя как бы короче, я хочу тебя типа того. Я думаю, все, конечно, с самого начала, спасибо, с самого начала поняли, что это был дружеский шарш наблюдения за Никитой Михалковым. А сейчас Сергей Юрский. Александр Бок. Двенадцать. Один. Два. Три. А что вы смеетесь? Я микрофон проверяю. Все. Съемка первой брачной ночи. Все, площадка, все, понимаете? А? Режиссер такой нервный. Так, так, тишина на площадке. Актеры готовы? Актеры, сценарий читали? Даже репетировали? И как? Хорошо? Смотрите, чтобы потом без претензий. Смотрите, а то у меня одна такая после репетиции, вау-вау, с ребеночком директору картины. Так, тишина на площадке, актеры в кадр, камера, мотор, начали. Невеста стоит у окна в лучах лунного света, поменьше света. Это же лунный свет, а не рентген. Жених подходит к невесте и нежно обнимает ее. Камера, мотор, начали. Стоп. Жених, не лапай ассистентку. Что? Какая есть? Тоже мне красавец нашелся. Не первой свежести? Да посмотри, какая. Смотри, два в высоту, три в ширину.
Все твое. Не то, что ты шипзик. Жених берет невесту на руки и кружит по комнате. Стой, стой, что ты делаешь? Стой, подожди, я сказал, кружит, не катает. Что ты делаешь? Стой, подожди, стой, стой. Что значит махнем? Какой бартер? Ты что, обалдел, что ли? Кто предложил? Какие ребята в кепке? Мунтин, что ли? Так, вы откуда? Вы с Кавказа? Массовка? Какая массовка? Идите отсюда! Камера, мотор. Начали, жених берет невесту на руки. Ты будешь поднимать невесту или нет? Что значит, я не нанимался тяжести таскать? Какие тебе подъемные? А звездел уже, подъемные ему. Поднимай невесту. Да не ногу поднимай. Не... Ты и ногу не можешь поднять. Шипзик. Массовка! Кавказа, помогите ему, помогите. Потом всех вырежем. Взяли невесту. Невесту подняли. Не гните колени. Я говорю, не гните колени. Ушла. Тяжелая? У вас 28 человек, тяжелая. Ладно, положите ее. Да не бросайте, положите. Ушли, все. Ушли. Реплика невесты. Иди ко мне, любимый. Любимый пошел? Любимый пошел? Куда? В ботинках на кровать. Быстро разулся и разделся. Реплика невесты. Иди ко мне, любимый. Камера, мотор. Начали. Любимый пошел. В чем дело, жених? Чего ты там возишься? Оставь фикус в покое. Не надо туда листок пристраивать, прячет. Господи, было бы что прятать, прячет он шипзик, боже мой. Реплика невесты. Стоп! Что это за реплика? Ой, кажется, муж вернулся. Что это такое? Этого нет в сценарии. Муж где? Вы муж? Откуда? Из командировки? Так идите отсюда. Идите, не мешайте работать. У вас нет сценария, все, идите. Камера, мотор, начали. В чем дело, невеста? Вы новобрачный или мумия Тутанхамона? В одежде нельзя. В одежде это уже не первая брачная ночь, а порнография. Ну и что, что муж смотрит? Ну, вы же актриса. Что ты смотришь, муж? Что ты смотришь так? Нет, заменить нельзя. Нельзя. Пробы прошли. Кому надо, тот и попробовал, ясно? Нет, увидите его. Дайте ему валерьянки. Внесите. Валерьянки дайте, мне коньяку. Камера, мотор, начали. Так и будем лежать, как два бревна на лесозаготовках. Штабелем. Да не рядышком, а как положено, понимаете? Что значит как? Нет. Ничего на стенке я показывать не буду. Я вчера три раза показывал. Я все уже. Камера, мотор, начали. Ну, в чем дело? Ну, невеста вскрикнула. Жених, что ты орешь? Что ты такая ладишь? Что ты прищемил? Где? Не надо сувать, куда не положено. Там же напряжение. Там 5000 вольт. Я не могу, я с вами не могу. Осталось что-нибудь? Осталось там же. Загримируй к ним оставшиеся. Камера, мотор, начали. А где невеста? Кто украл? Эти вот из Кавказа, массовка? Так, жених, ты куда смотрел? Все, съемки окончены. Мне валерьянки, вам коньяку. В наше время невозможно по внешности определить пол. Я определяю по голосу. Неизвестно, кто здесь кто в зале. Вы меня простите, но так, в наше время действительно всякие бывают аномалии. Я сейчас буду называть номер ряда и номер места. А вы кричите «я здесь», и я определяю ваш пол, хорошо? Пятый ряд, восьмое место. Я здесь очень короткая фраза, по ней сразу не определишь. Знаете что, крикните «туточки, я туточки». Нормальная фраза, по ней я уже определю пол. «Туточки, я туточки». Можно еще вас попросить? «Туточки, я туточки». Я думаю, что вы... Ответьте мне, пожалуйста, на дополнительные вопросы. Вы курите?
Нет, значит, мужчина. А пьете? Нет. А как же вы без воды так долго? Хорошо, оставим вопрос о вашем поле открытым пока. Сейчас я попробую еще другой ряд. 10-й ряд, 12-е место, пожалуйста. Ну, пожалуйста, туточки нету. Нет, туточки. Так, ага, голос хороший. Подскажите, там юбка или брюки на сиденье? Юбка! Юбка, значит, женщина! Или шотландец. А, можно вам задать дополнительный вопрос, а? Скажите, вы маникюр делаете? Да. Значит, женщина. А педикюр? Мама делает. Вам мама делает педикюр, да? Да. Слушай, я совсем запутался. Вы знаете, к вопросу определения пола нужно подходить индивидуально. Сейчас я к вам подойду. Можно аплодировать, я не против. Так. Я смотрю, где камера. Можно я у вас вот спрошу, вы мужчина? Да. А чем докажете? Спрошу вот так. Вы на женщин смотрите? Да. А как вы на них смотрите? Покажите, пожалуйста. На мне не надо только показывать? На женщин, да? А можете показать всем? Так, по-мужски взял за руку. Как вы на женщин смотрите? Всему залу? Понятно. Скажите, а вот вы... Я сейчас ищу настоящую женщину. Вы получку у мужа отнимали? Он ее не доносил до дома. А если доносил, отнимали? Обязательно. Или он сам отдавал? Не отдавал. То есть вы отнимали настоящую женщину? Нет проблем. Смотрю повыше, кто там это? Вы, да? А можно вашу ручку? Нет, я шариковую имею в виду. Вы это... Ну давай, хорошо, давайте эту, давай. Давайте. Можно вас это самое пригласить? Да, да, да. Вот. Простите, что я вас поднял. Вы настоящий мужчина чувствуете. Скажите, как вас зовут, а? Айседора Дункан. По-моему, вы рождены для сцены. Единственное, вот... Но за мной не спрячься, я очень худой. Можно вам задать вопрос издалека? А? Хорошо? Айседора, скажите, вы белье кипятите или стираете? Если вы еще кипятите, тогда мы едем к вам. После концерта. Это вам. Может, нет, потанцуем, а? Лезгинку? Маэстро, музыку. Я понял! Мужчина. Он свистит. Я мужчина, рядом с вами. Рядом с вами я себя чувствую настоящим мужчиной. Вы просто прелесть. Спасибо вам большое. Можно я вас сегодня провожу? Да куда? До кресла. Аплодисменты настоящей женщине. Кто еще в этом зале считает себя настоящим мужчиной? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Что, все остальные женщины, что ли? Вы видите, как мало нас осталось? Для того, чтобы мы вообще не исчезли, нас нужно защищать. Так что истинные защитники Отечества, вы, женщины, с чем я вас сегодня и поздравляю.
знал, что бывает такое. Я не думал, что так полюблю. Заколдованный легкой рукою, всю отдам ей свободу свою. Затеряюсь в запутанных мыслях и забуду веселых друзей. А той, что нужна больше жизни, буду бредить в смятенье ночей. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Я не знал, что в тоске ежедневной буду сердце любовью сжигать. И к блестящим ее кавалерам, как без усы, корнет ревновать. Что в привычной земной карусели я на ней взор свой остановлю. Что искать буду новой дуэли, чтоб за леди отдать жизнь свою. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Я не знал, что такое случится, что с ума меня леди сведет. Ее сердце, как певчая птица, мир волшебный меня позовет. Что как юноша непосвященный от таинственной страсти сгорю. Что шептать буду ей обреченно: леди, леди, тебя я люблю. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Спасибо! Спасибо большое. Я хочу прилюдно признаться в любви. Дело в том, что, несмотря на то, что спектр интересов творческих Клары Новиковой невероятно широк, от королевы до, пардон, хабалки, тем не менее в каждом образе, в каждом персонаже светится ее душа, она сама. Это удивительно красивый человек. Красивый во всяком смысле слова. Это красивейшая женщина, она умница, она интеллигентная, она тонкая, она мудрая, что не часто бывает даже среди мужчин. И поэтому я благодарен судьбе, что имею честь назвать себя твоим другом. А тебе я желаю счастья, здоровья и побед во всем, особенно на сцене.
Я тебя люблю. Хоть мужья ругают часто жен своих, все же жен хороших больше, чем плохих. Радуют любовью, скромностью манер, и жена соседа для меня пример. Можно ли ее как атаман, как бог и царь, и потому она как Леху на диван, одежду чистит всю ему, и куртку чистит, и портки, пальто, рубашку и жилет, не чистит только сапоги, поскольку в них карманов нет. А мы когда-то стадионы были, стучали у болельщиков сердца, на Яшина мы толпами ходили, а на Блохина бежали стрельца. Теперь пусты трибуны повсеместно, смотреть сегодня не на кого тут, поскольку футболистов всех известных, а на Запад точно водку продают. Кто отправился за Гималаи, кто в Билане играет давно, и в Германии наши гоняют, и в Шотландии русских полно. Обокрали болельщиков быстро, и совете ли хочется дать, чем куда-то на Запад продавать футболистов, лучше взять и министру продать. Давай, давай. Вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее, чтобы всем было хорошо видно. Артист московской эстрады Святослав Ещенко. Я сяду скоро поезд и желтати... Спасибо, маданти. Мой желтати, Господь тебе благослови, маданчик, я возьму с собой. Мой желтати, маданчик, в нем потайно карманчик. Ложи, 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 ложи. А в том карману ключик счастья золотой. Одну мелочь швыряет, сволочь. Ох, и а приманочку-то я положить забыла. Видеть, тут у меня было 50 баксов. А вот не. Так, Господь благослови, ловись, рыбка большая и побольшей. Чё ты ложишь? Ты видишь, какие купюры? Честное слово, мне на тебе смотреть тошно. Знаешь что? Возьми свою сотню, сверни ее в трубочку. И копти отсед, поберушка. Господи, мамушки родные, да сколько ж у нас в стране нищебродия. Да зачем же они живут на белом свете? Сами мучаются и других мучают. А еще один мученик нарисовался. Соколик, подай! Подай, касатик, подай, диастрофик, чтоб ты переломился, как на ногах ты что стоит. О, вот этот кабан какой ты идет. Господь тебе благослови, голубок. То есть я тут орел, 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 орел. Я за твоих дедушек помолюся. И за фирмочку твою. Давай, 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 за мерседесик.
И что за чего? Ну, хватит-то, хватит. Хватит. Полбок тебе отхватит. Как земля таких выдерживать? Одна рыл килограмм 150. Чтоб тебе каждую ночь рогатый налоговый инспектор снился. О, помяни, черт, вот он. Что тебе, товарищ капитан? От кого сижу? От майора? По какому поводу? Нет такого закона, чтобы меня сгонять. Я на задании. Ну, ступай, куда шел. Шиком-брыком, чертобрыком. Вот тебе руля. Шик. Да ты ж моя лапка. Да ты ж моя умница. Да ты ж моя красавица. Не приведи Господь тебе ночью видать. А я, между прочим, могу выступить не хуже, чем этот артист. Да ну. Могу. Просто еще ни разу не пробовал. Я твою жизнь насквозь вижу. Будь у тебя счастье, будь у тебя горе. Будь тебе жарко, будь тебе и холодно. Будь ты богатым, если не будешь жадничать. А чё ты так мало положил? Вся стипендия? Пятерок много получаешь. Чтоб они у тебя все поперворачивались. Может, делом тогда займешься. А хоть и моим, тё плохо, а ты меня не стыдись, зануда. Я вас не обманываю. Вы сам себе обманываете. Мне, думаешь, вас не жаль? А не взять не могу. Меня Васька майор с работы выгонит. А мне еще третьему дитю квартир купить надо. Дед, слышь, оставь себе свою 1000. Да у меня за день 10 твоих пензий. У, пенек глухой. У меня реклама одна на все времена. Отстал от поезда в 37-м году. Переночевать негде, все сгорело. Вот и сижу тут с голоду пухну. Все никак на операцию не соберу. У меня ж ножички не ходят. Да и как они пойдут, когда я на них сижу? Целыми днями. Кстати, пора подниматься. Пойти помыться. Переодеться и куда-нибудь забуриться. Господи, да не оскудеет рука дающая, да не отсохнет рука просящая. Мой желтый чемоданчик